Итак, снова всем привет, с вами Техномакс, а это продолжает Rage 2. Бегают тут всякие, уходят, шатаются, лишние. Это, кстати, солдаты правительства, уже более крепкие, чем обычно. Так, нужно посмотреть, куда бы можно было сгонять. Вообще-то было бы неплохо разведать первую локацию. Потому что здесь колонна, я смотрю. Погнали. Колонну нужно уничтожить. Где они, эти уроды? Вот они, эти уроды. Здрасте. Прикрытие? Не будет у вас прикрытия, уроды, блин. Обнаружены силовые щиты. Нужно другое оружие. Да? Вот такое, например. Охуение, маневр, блядь. Шалка, наружена целостность оболочки. Уничтожить агрессивную тварь. Возможно, о тебе не забудут после смерти. Здрасте. Даже если ты выиграешь бой, все равно проиграешь бой. Силовые щиты так просто не пробьешь. Нужно что-то особенное. А ну разошлись нахуй. Силовые щиты. Нужно другое оружие. Возможно, о тебе не забудут после смерти. А ну стоять, блин, я еще не закончил. Я догоним. Они уже полумертвые там. Силовые щиты так просто не пробьёшь. Да я понял, что не пробить. Вот такое. И вот такое. А теперь нахуй иди. Слабое место открыто. Прочность 30%. Я несу урон. Начинаю маневр уклонения. Блять. Тревога. Прочность 10%. Блять. Ты уж извини. Чёрт, надо ремонтироваться быстро. Я на медобслуживании. Прошу подождать. Давай, Феникс, лечись. Все, поехали. Пока эти уроды далеко не ушли. Так, ядро открыли. На, блядь. Падла. Я несу урон. Начинаю маневр уклонения. Блядь, еще башня вылезла. Не крепко осталось, но я еще в бою. Да в каком ты там бою, блядь, сдохни. Мой сенсор что-то обнаружил. Сигнал рейнджера. Это может быть один из наших. Пропавший рейнджер. Выясни, что произошло. Лили, я на болотах. Так где мне искать этого доктора Квасира? На, блядь. Без понятия. Тебе нужно попасть в город, который называется Лагуна, и там все разузнать. Ясно. Направляюсь туда. Не, я туда не направляюсь. Системы восстанавливаются. Фух, дорожное правосудие, блин. А то эти гонщики мамкины совсем распоясались. Так, а вот теперь подробнее по карте. Что-то ни хрена себе мы уехали куда. Озвереть можно. Так, голос рейнджера, перекрестный огонь. Находить останки погибших или пропавших рейнджеров. Священная обязанность их живых товарищей. Без нанотритовых отпечатков и уникального снаряжения погибшего новобранец не может занять его место.
Ага. Ну, блин, сюда немножко рано, как бы. Метеорит Фил 3, там, я вот сюда хотел сгонять, на самом деле. Пост на зеленой стороне. Здесь можно найти полезные предметы и ресурсы. Есть вероятность, что кто-то из противников тоже заглянет полюбопытствовать. Пусть лучше добро достается рейнджеру, чем бандитам. Ну, так-то да. Кстати, можно быстро переместиться, чтобы не тратить время. Так, вход в регион Топи Секрета, разрушенная дорога. Да, это все, что пооткрывали, это ладно. Где там автомобилька, которую надо улучшить? Взрыв. Вот, зарядить устройство взрыва, чтобы отключить находящиеся рядом щиты и показать уязвимые точки. О! На самом деле, это офигеть какая нужная штука. Она позволяет, ну, как бы заранее открывать уязвимые точки вот этих конвоев. Так, крылатые ракеты, армированный кузов, больше урон. Это нужная вещь, но материалов нет. Ладно, крылатые ракеты. Вот так это выглядит. Так. Теперь конкретнее. Его по локациям. Поехали к метеориту, наверное, чувак. В принципе, это... Что думать? Филтрит, он нужен всегда. В больших количествах. А теперь конкурентов уберем. И теперь нужно добыть весь филтрит из метеорита. Вообще странно, что такой камень грохнулся, не очень большой, из космоса, при этом он не догорел и даже об землю не расхерачился на осколке. И весь филтрит из него не повылетал. Это, блин, тоже странно. Ну, в принципе, нам-то какое дело, главное, что материал есть. Есть. А где там машина, блин? А. Кстати, можно стырить мотоцикл. Ах, да. Вот так выглядит наш персонаж. И мы его, в принципе, в начале-то и видели. Так, где тут ствол? Поехали. У нас тут практически дейсган, блин. А, это свои. Бля. Да, мотоциклы здесь управляются отвратно. Блять, тихо, я же хочу моцик доставить. Блин, на нем вообще на нитро давить нельзя.
Бля, да куда ж ты уперся-то? О, пересес. Кусака. Так, Кусака, мотоцикл хмырей. Боевой мотоцикл хмырей. Когда хмыри едут колонной, эти мотоциклы первыми атакуют и отгоняют встреченных врагов. Если враг оказывает сопротивление, хмыри на мотоциклах открывают стрельбу из имеющегося у них оружия. Ну, все очень просто. 5 запчастей. Далее. Что еще интересного есть? Мелкая группа мелких кустак. Чумной парк, место исследования с 4-м уровнем, блин, неизвестные локации. Костно-зеленые заставы, контейнеры 2, датапад 1. А тут датапады открывают доступ к локациям и квестам в плане том, что они сразу показывают, как называется локация или какое задание на ней. Так что датапады собирать необходимо, если хочется закрыть игру на 100%, например. Так, а тут случай. Вот мы на месте. А, мы уже приехали. Я что-то этого места не помню. Ладно, сейчас осмотримся. Помню. Наверное, здесь. Да, это здесь. Так. Датапад. Феноменальные копания, номер 6. Сидел как-то вечером за кружечкой в холостом выстреле и случайно послушал разговор компании наемников. Они утверждали, будто нашли статую Дэна Хагара, знаменитого мэра Источника. Я, разумеется, должен был проверить их слова, но дорогу к статуе они мне указали лишь после того, как я уплатил им немалую сумму. Статуя, которую я увидел, была очень старая. Она изображала человека в треугольной шляпе верхом на каком-то огромном животном. Надпись на постаменте почти стерлась, я смог разобрать лишь лекс и тон. Статуя, несомненно, древняя, но совершенно не похожа на Хагара. А, ну, Лексингтон, наверное. Подтвердить. Наебали чувака на 4 кулака. Так, поехали выше. Где-то тут должны быть сундуки, которые будут совсем не лишними. О! Lead the way every day. Ну да, указывай путь каждый день. Так, а... Это, конечно, красиво и романтично. На такой вышке на кресле сидеть, попивая пивко, например, на закате. Но, блин... Где еще один сундук? Должен быть еще контейнер. А, блин. Я же говорю, вот эти розовые контейнеры гребаные. Поначалу их вообще не видно, поэтому приходится потом уже вот этой концентрацией их находить. Потом будет скилл, который позволит с помощью концентрации отображать ближайшие контейнеры. И тогда их найти станет гораздо проще. Так, ну это мы прошли. Завершили. Так, надо смотреть каньоны, но тут 5-й уровень. Блин, как бы пилюлей не дали. 4-й. 6-й, блядь. Вообще, надо бы первую локацию осмотреть, потому что тут самый, ну, более-менее низкий уровень врага. И нужно все-таки вшатать эту гребаную сторожевую башню. Я тут, блин, последнее время еще не слабо так мудохаю с настройкой ОБС-а, через который я, собственно, все и пишу. Ну, чтобы качество было нормальное, записи, и, блин, это так сложно. Там столько параметров, блин, пока проверишь, какое что дает. А, осторожно. ДТП, блин.
пока настроишь все оптимально. Ну вот вроде сейчас должно быть качество хорошее. Но это же качество только до монтажа, его вижу только я, блин. Ну, хочу сказать, что изначально сейчас уже пишется оно без потерь в качестве. И без особой нагрузки большой на комп. Там получается в MP4 оно, по-моему, пишет. Там продвинутый кодек. HVC, если не ошибаюсь. И так, сторожевая башня. Ну, приехали. Не-не-не-не-не, подожди, башня. Блять, психи что ли? Вы что творите? Вот. И теперь моя задача еще сделать так, чтобы после монтажа тоже было качество более-менее нормальное. Потому что стоит учитывать, что еще YouTube режет качество. Пока она там на переходном этапе, можно быстренько. Ах, падла, блин. И, кстати, нужно подлечиться, а то мне хана. Сучка. Да. Падла. Готово. Живая башня больше не опасна. Отлично. В таких башнях бывает бесценная старая техника. Забери все, что сможешь. Да, сердечники ковчега, все вот это мы знаем. Ну, точнее, вы, может быть, не знаете, а я знаю, да. Надо эти башни валить, и из них дополнительные ресурсы всяческие можно поиметь. А, блин, опять свои лихачат, да что такое? Они какие-то прям неадекватные водилы эти. Стоит только бандюков поубирать с дорог, блин, и все, и союзники начинают просто с ума сходить. О, кстати, да. Есть вот контейнер еще с филтритом. А их тут вообще 3 штуки. Их теперь нужно найти. Ну, сейчас поищу. А, помнил, один здесь. Вот он. Один на мосту. А, они оба здесь, блин. Все. Вопросы отпали. О, локация пройдена. Теперь. Открывались тут еще всякие места. Блокпост. И еще башня. Блин. Так, это что, патроны? Хрен на них. Патроны всегда можно найти. Вот за что мне эта игра понравилась куда больше, чем Doom Eternal, так это за то, что здесь нету ебени с патронами. Тут просто на каждом шагу ящики, блядь. Бей себе, набирай этих патронов сколько душе угодно. Нету проблемы, что нужно, блядь, кого-то пилить постоянно. Какие-то заряды бензопилы, блядь, расходовать. Ну, короче, что за бред? Поэтому я и сказал, все, что не работает в Doom Eternal, охуительно работает здесь. Эта игра очень даже достойная, на мой взгляд. Сегодня твой счастливый день. Я даю тебе шанс.
бляха. Локации такие ни хрена не маленькие. Тут локации больше, чем в Безумном Максе, потому что там они вроде тоже были не особо мелкие, но как-то поменьше, чем тут. И дорог там было поменьше. Там наполовину бездорожье было, блин. И вот мы на месте. Вот мы и приехали. Приступаю к зачистке. Их так клёво отбрасывают с ружья, блин. Здрасте. Отряд хмырей, блядь. Такие прям я не могу. Какой вы нахер отряд? Блядь, сборище отморозков тупых. Падла? Нахуя себе. Ну за падлу можно и наказать. О, контейнер. Минус раз. Два. Три. Не мешайте мне лутаться, засранцы. А, он уже спрыгнул. Ах ты, сыкло ебучее. А ну иди сюда. Вот и все. Навели порядок. Железной метлой. Перезарядка. Еще один контейнер где-то у них тут был. Сейчас найдем. Живут как свиньи в берлоге, блин. Никто мусор не убирает. Вот на самом деле интерес для меня лично тут представляет не вот такие вот короткие какие-то драчки небольшие, а именно замес с большим таким количеством врагов, чтоб прям вообще, чтоб динамика была. А то тут десяток несчастных придурков развалил, и как-то неинтересно. Но при этом, конечно, чтобы сложность была адекватная. Бля, где еще один контейнер? А, фу, блин. Странный розовый цвет, почему его тут сделали вообще? Готово. Те, мотоцикл. Нахер не нужен. Так, по сюжету можно прокатиться, в принципе-то. Ага. Найти Лузан Хагар в источнике. Вот можно поехать сюда. И лучше это сделать из ствола. Кстати, надо забежать в магазинчик сразу. Магазинчики были вроде бы с этой стороны. Здравствуйте.
покупать. Да. А теперь, хочешь еще что-нибудь прикупить? Что-нибудь припродать, пожалуйста. Крылопалками не пользуемся. Так, заряд здоровья. Это все надо. Денег 4200. О, отлично. Во, модификация оружия. И усилитель на нитритов тоже можно было бы взять один. Вот. Ну, патроны, не патроны. Можно купить гранату. Вот. Вы все возвращаетесь? Чтобы не тратить просто ресурсы, материалы. Можно просто купить. Привет. Так, а теперь смотрим по прокачке оружия. Винтовка, бронебойные патроны. Наконец-то. Теперь по нанотритам. Форсаж можно, в принципе, это вкачать. Иногда я им все-таки пользуюсь. Так, потом прыжок. Ну, ладно, бросок и так пойдет. Очки проектов. Ох, ни хрена себе, у меня очков накопилось. А чё ж я, блин, это? Того. Большой мешок с патронами, давайте. Жонглирование оружием. Так, 8 единиц метательного всякого возьмем. Большой мешок с особыми боеприпасами. Убийство противника на 5 секунд ускоряет перезарядку оружия на 100%. И повышается точность стрельбы в полете, подкате или при перемещении по тросу. Так, прицеливание, перемещение надо. Критический удар давайте возьмем. В ближнем бою почему нет, я им периодически пользуюсь. Вот. Ну а базовую тут просто очков проекта не хватает. О, немножко подкачались. Так, а у меня что, две крылатых ракеты всего? А что, так мало? Ладно. Так, знаменитость пустошей. Поехали в эту сторону. Хоть бы радио какое-то было в машине, что ли. А, бродячий торговец, да, я понял. Есть тут такие от торговой федерации, катаются на фургончиках. И иногда умирают. Найти Лузан Хагар в источнике. Прекрасный город и источник. Наконец-то я в источнике. Теперь попробуем отыскать мэра Лузан Хагар. Попробуем. Только лучше запарковаться сначала. О! Чтобы машина на солнце не нагревалась. Добро пожаловать в источник. Рейнджер Уокер, вы получили сообщение. Вас приветствует Стэнли Экспресс. Убить дебоша крушителя. Я пойду. Давай задание свое. Везде рады. Шикарно знаменито. Гламур-ту-жур.
Клевые у тебя шмотки. Прямо как у... Погоди, ты настоящий рейнджер? Да. Добро пожаловать в источник. Спасибо. Бабуля, это ты? Пыль в глаза попала. Сам ты бабуля. О, это же еще один рейнджер. Скажи, вы все еще помогаете людям? Ну, как в старые времена. Я слышал истории, которые про вас рассказывают. Да много чего рассказывают. Понимаешь, моя бабуля была рейнджером. Но она уже старая. Я не беспокоюсь. Она живет рядом с гоночной трассой. Совсем одна, занимается своими изобретениями, ну и просто чудит. Я уговариваю ее перебраться ко мне, но нет. Она против. Если вы, рейнджеры, все еще помогаете, то, может, убедишь ее перебраться ко мне в источник? Она тоже рейнджер? Если буду в тех краях, загляну к ней. Спасибо. Даже не верится, что на свете еще рейнджеры остались. Остались, остались. Ладно, Джеки Чан, если я найду твою бабку, я ее притащу. Убийца! Привет. Держись от них подальше. Здрасте. Отряд хмырей – редкие отморозки. Это точно. Слыхал, что они сотворили с Крунером? Вспороли ему брюхо и повесили на собственных кишках. Это еще что? Я вот слышала, что Сиплому они отрезали хер. Затолкали ему же в глотку, так Сиплый и задохся. Чушь собачья. Как ты это себе представляешь? Хер не такой уж толстый, пока к нему это, кровь не прильет. Разве он перекроет глотку? У меня сын как-то раз чуть хоть догом не подавился. Ну, это не одно и то же. Я так, примерно. Ёбнутся, блядь, чё обсуждают? Кто хочет доложить о преступлении? Ты? Ни о чём я не докладывать не собираюсь. О, человек с улицы. Опять простофиля с пустошей покоряет большой город. Я шериф Макакуру. Чем я могу помочь? Я рейнджер. Я могу помочь. Тут что-то случилось, шериф. Муты. Как обычно, случились проклятые муты. Я отправила в тоннели отряд, чтобы он их оттуда выкурил. Но им удалось только окружить мутантов. А чтобы уничтожить, не хватает огневой мощи. Нужно что-то предпринять и поскорее. Иначе муты быстро нас одолеют. Не хватало нам тут такой же хрени, как в стволе. Нихуя ты киберпанк. В таких очках модных. Контракты. Звери Виндалу. Шулерство, манипуляции на рынке жилья, продажа мутантских органов без лицензии. Усилители боли. Сжигание последних словарей, продажа мяса без контракта, кража фургона у торговца оружием. Особо дерзкая кража туалетных сидений. Поджаривание в масле местного сборщика налогов, незаконная добыча почек, убийство. А есть законная добыча почек? Реально, я в источнике или в Найт-Сити? Это что за киберпанковская атмосфера, блядь? Прошу, послушай. Ой, пизду. Пизду, потом. Потом. Любопытство ты точно не пожалеешь. Ты! Ну-ка повернись! Только не говори, что у тебя такой же костюм. Возмутительно! Это ты скопировал весь мой аутфит. Я такого не потерплю. А ну, снимаешь матюшки на месте. Слышишь меня? Еще не хватало. Даже не подумаю. Давай-ка лучше сам снимай. Я считаю, ты прямо сейчас должен снять штаны и публично их обделать. Ты понты-то не кидай. Я знаю, как ты копался в оценке Гуларди, чтобы хоть чем-то прикрыть сопло. Сейчас да ну, я что зато не я пришел в паб Горди и хлестал там пойло, как алкаш. Я и хотел бы новый браслет. С необшитым краем! Но эти... Лучше тебе заткнуться! И тебя там все видели! Чумазелла потасканный! Ну все, ты меня допёл, понял? Ты сейчас переходишь грань, которой лучше не переходить, друг мой! Эта хрень тебе не поможет! Роба-рука вчерашний день, друг мой! Хватит! Ну он тебе вчерашним днем прописал. Я ж не собирался. Ну, уронил так уронил. Шузы, что ли, забрали? И пошел такой, типа он ни при чем, блядь. Вот вы, ребята, модные, я вообще с вас не могу.
Привет. На одной помойке одевались. Как успехи? А ну-ка, стой, отрепь. Сюда нельзя. В смысле, блядь? Ты охуел? Перед тобой рейнджер, блядь, по одежде не видишь. Мэр никого не принимает. Проваливай нахрен. Нахрен ты у меня сейчас ползком поползешь, блядь. Я ищу мэра источника. Место правильное, время нет. Мэр Хагар и ее помощники никого не принимают. Твое дело может подождать. Приходи в другой день. Или вообще не приходи. Почему? Что-нибудь случилось? Нет, и нас это устраивает. Никто не входит, никто не выходит. У мэра дела поважнее тебя, шваль. Я бы уже ебал бы. Сказал, а это что? Ладно, за... ебем другим. Нахуй мэр никого не принимает, сказали же, блин. Так, готовимся, сейчас будет еще Михилова. Тут у мэра как бы тоже уже гости. Впечатляет. А пули ты ловить умеешь? Лузам Хагар, мэр источника. В юности мастерски владела крылопалкой. Сейчас больше надеется на пистолет. Она жизненно необходима проекту Кинжал. Тихо, 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 спокойно. Я только поговорить насчет проекта Кинжал. Ха. Об этом проекте знают лишь немногие избранные. И тебя нет в списке. Уже есть. Я от Проули. От Проули? Проули мертва. Винланд стерли с лица земли. Ее голограм... Все сложно. Короче, я Уокер, последний рейнджер Винланда. Да что вы! Опять эти сволочи! Рейнджер, сперва завалим этих, потом поговорим. Нет вопросов. Они перестреляли ваших, я перестрелял их. Может, от тебя будет польза? Ну, давай, сука! А ты умеешь стрелять? Ты тот неизвестный. Я пока только разминаюсь, мэм. Да эти черти ни хера не умеют. Какой твой звездный час? Они поднимаются на лифте. Готовься. Так, внимание. Дверь открывается, и они попадают в мясорубку, ясно? Пикнуть не успею. Вот и все. Ну что, боец ты неплохой. Хмыри обработаны в лучшем виде. Не ожидала от кого-то из ваших. Вы же там у себя копались, варитесь в собственном соку. А ты ничего. Удар держишь. Теперь поговорим? Да. Давай поговорим. А она стыкливая сучка, которая спряталась за стол и ни разу даже не выстрелила. А теперь, блядь, губяры свои в улыбке сушит. Хули вот она улыбится, блядь, она же нихуя не помогла. А что бы она делала, если бы мы не пришли? Да нихуя бы она не делала. Мака замеченных Мари. Босс, я знаю, что вы плохо спите и не хочу тревожить вас ночью. Вчера наш патруль заметил 4 или 5 незнакомцев. Они пытались забраться на скалы на юге города, но пока я ходила за подкреплением, эти негодяи скрылись. Жаль, мы размазали бы их по стенке. Не знаю, откуда они набрались дерзости, чтобы приблизиться к источнику, но рекомендую сегодня выставить на юге стражу. Ну так, походу, кто-то и донесений, блин, разведчиков не читает, да? Стражу-то не выставили.
Мэр Хагар, пишу поблагодарить вас за место, которое вы выделили под нашу коллекцию книг в здании городского совета. Горожан все еще трудновато туда заманить, поскольку многие из них безграмотны, но книжки с картинками уже идут на ура. Покупаем новые книги у бродячих торговцев всякий раз как праздник. Ну, они вот молодцы, вот такие люди, которые сохраняют библиотеки на самом деле, потому что действительно люди иначе отупеют окончательно. Будут безграмотны, не будут уметь ни читать, ни писать, это все просто исчезнет. Как бы за ненадобностью, хотя это нужная вещь. Уайт Феррис, новая работа. Привет, босс, не появилось ли для меня какой вакансии? Пока я мыкаюсь между помойкой, куда из кровавой мэри выкидывают отходы производства, и сараем с хламом, который тоже воняет падалью. Не хочу жаловаться, но у меня вся одежда этой дрянью пропахла, я даже сплю теперь в маске, Феррис. Ну, не у нас одних, блин, масочный режим, у них, видимо, тоже. По поводу юго-восточного лифта. Добрый вечер, мэр Хагар. Вчера во время вечернего обхода мне показалось, что в неработающем лифте на юго-востоке города кто-то есть. За дверью слышатся какие-то звуки. Возможно, местная шпана развлекается. Прикажете сломать дверь? У меня в оружейном шкафу есть кое-какая взрывчатка, я отрежу ребят, как только скажете. Ну да, вот это вот. По лифту, видимо, и пробрались, урода. Ну давай, говори, мадама, блин. Объясни мне, что происходит? Кинжал должен был стереть правительство с лица земли. Но ничего не вышло, поскольку Винланд разорвал с нами связи. Я бы и рада перезапустить проект, но у меня, как видишь, забот полон рот. Да, вижу. Хуёв у тебя полон рот. Что это за ребята? Наемники из отряда хмырей. И еще вчера простые бандиты. Кто их послал? Ну, дерзости на это хватило бы только одному. Клегу Клейтону. Самому богатому ублюдку в городе. Он давно метит в мэры и в последнее время повышает ставки. Подкупает чиновников, прибрал к рукам военную технику. И в том числе ту, которая нужна для проекта «Кинжал». Ну, давай я убью его и заберу технику. Нет уж. Действовать следует аккуратно. Во-первых, я хочу знать, кто за ним стоит. Во-вторых, надо узнать, где он прячет свою добычу. И какие мысли? Клейтон – самовлюбленный болван. Эго у него больше экосферы. И это нам на руку. Тебе надо польстить его самолюбию, втереться в доверие и установить жучок на его компьютер. Жучок передаст мне всю подноготную. Кто стоит за Клейтоном, кто снабжает хмырей и где хранится награбленное. Клэк Клейтон любит общество богатых и знаменитых. Он устроил так называемую «ложу победителей». Придумай, как туда попасть. И мы наверняка сможем установить жучок. Ясно, приступаю. Отлично. Проберись в кабинет Клейтона и поставь этот жучок на компьютер. Поговорить с вышибалой возле ложи победителей. Да, нас просто так туда не пустят. Мы же типа отребье. А он там дохера богатый и знаменитый, блин. Как заебало, что в этих играх постоянно главного героя ни в хуй не ставят. Чё, всё? Открякался? Соратник, блин. Вот лучше давай откачивай союзника, а не груби, блин, посетителям. О, наконец-то ночь. Редкое явление. Что-то на неё не особо везло. А паршивым игрокам тут рады только пока у них есть бабло. Нет бабла? Нечего играть в ложе с самыми богатыми и знаменитыми. А у кого их нет? Удивил. Смахнуть влево. Это временно. Я временно на мели. Мне вот-вот деньжат подвалят. А пока не подвалят, не суйся. Проигрался в пух и прах. Это Клейтоновская ложа победитель. Если ты не победитель, ты неудачник. Вали отсюда. Смахнут влево. Ебать, тут вояк уже ни во что не ставят, блин. Это, кстати, вот этот уебан, которого нам нужно, блин, объебать, чтобы он позволил поставить жучок ему.
когда-то был кем-то. Хуй знает даже, кем он был, блядь. Просто кем-то был. И на старой славе до сих пор что-то из себя воображает там, хотя давно уже, блядь, ожирел, спился и охуел. Ну ладно. Торговец Кибердоктор, это мы знаем. Подойди ко мне поближе. Я настраиваю фокус глазного импланта. Очень кропотливый труд. Нанометр сюда, нанометр туда, а разница для пользователя огромна. Я же говорю, ты второго поколения уроженцев Ковчега, это очевидно. У тебя безграничный потенциал. Обычно люди приходят сюда, чтобы заменить конечность или вставить себе крутой глаз, но ты... тебе доступно куда больше. А в каком это смысле? Я могу повысить твою живучесть и усилить связь с технологиями Арктек. Есть несколько модификаций, которые совместимы с твоими нанотритами. Для этого нужны редкие предметы, которые придется добыть. Загляни в меню модификаций. Ладно, раз говоришь, дело стоящее. Еще как. Правда, манипуляции будут инвазивные. Однако нанотриты обеспечат скорейшее заживление. Приступим. Так, ну тут можно продать план. Я доволен. Дела у тебя отлично. В плане здоровья. Спасибо. Унося ноги, не бросай тело. Да, если его не распылят пополам. Я вижу следы когтей. Не врешь. У тебя и правда есть крол, а не топырь. Смахнуть вправо. Иди сюда, стрелок. Как же вы заебали. Стоит зайти в город, блин, и одна половина граждан за хуй не считает, блин, а вторая так и норовит, блин, с своими проблемами подкатить. Что за общество такое дебильное? Так, ну чтобы затереться в доверие к Лэгу Клейтону, нам придется поучаствовать в мясорубке шоу «Бей мутанта», а также в гонках, которые, кстати, где? Наверное, после шоу «Бей мутантов» откроется, я уже не помню. Ну, короче, нам сюда. Это опять же рядом со стволом. Вот можно сразу до него и добраться. Сколько всякой херни нужно натворить в мире, чтобы, блин, добиться каких-то целей. В мире Рейдж, я имею в виду, на данный момент. Судьба тебе улыбнулась. А, блядь, не сюда повернул. Вот нет, чтобы этого Клейтона где-нибудь поймать на задворках, приставить ему, блин, резак горлякий, как следует. Выхожу на арену шоу «Убей мутанта». Включай телек. Сейчас я буду ломать черепа. Я в тебя верю, но все равно. Будь там поосторожнее. Мутанты опаснее, чем кажутся. Вот. Короче, Клэга Клейтона можно было тупо разговорить допросами. Блять, я так отвык от того, что в игре очень много разговоров и под каждый чих, блять, километровые фразы. Но с другой стороны, это и хорошо, тем более, что игра на русском, как бы жаловаться не на что. Вот. Это самое сумасшедшее шоу. Штучку прислали нам из города этим вечером. Ты? Да, я тебе, золотко. Ты ведь окажешь нам честь? Ну, скажи «да». Скажи, что давно мечтаешь шагнуть сюда с темных улиц и присоединиться к нам в алькове удовольствия ради участия в игре. Ведь я вижу голодный огонь в твоих глазах. Бабка, убери руки, бля.
Признайся, Дездемоне. По-честному. Ты же здесь в надежде на обещание плотских наслаждений. Может, ты мечтаешь о самом сладком и красном из всех вин? Быть может, тебя снедает жажда настоящего гурмана? Жажда убивать? Да, в тебе есть зачатки величия. Позволь нам утолить твою жажду крови, золотко. Тогда поставь здесь свою подпись. Блять, какие они отбитые, это пиздец. Так и снес бы и жбан, блять. А теперь, юное создание, твой путь к славе готов начаться. Убивай. Убивай. Убивай для Дездемонии. Пиздец, терпеть не могу таких уебанов, блин. Отбитые на всю голову, нахуй. И всех вокруг заражают этой хуйней. Так, давай попиздим. Да-да, лучшие орудия убийств. Подходи, мутант-бой. Чем могу помочь? Вот. Тут можно купить раскраски, модификации. За твои кровавые жетоны снаряжу по высшему разряду. Но... Это я понял. Да. Что ты мне предложишь? Твой визит — это честь. Ладно. Эй, по полной! Угу. Так, ну шоу начинается, по-моему, вот здесь, возле лифта. И начнем мы его уже в следующий раз. Все. Всем спасибо за внимание. С вами был Техномакс, это был Rage 2. Всем до новых встреч. Всем пока.